В Таврической академии Крымского федерального университета прошли новогодние студенческие гуляния 2018. Это ежегодное мероприятие, основателем и организатором которого неизменно является Центр творческих инициатив и культурно-массовых мероприятий. Я хочу, чтобы такое настроение сумасшедшее, чумовое, всегда присутствовало. Пусть наступающий год принесет вам счастье, вашим семьям, всех благ, мира, здоровья, любви. Будьте счастливы, ваша Снегурочка. По традиции праздник проходил в несколько этапов. Первый – массовое шествие со студенческого городка до Таврической академии. В нем приняли участие все команды факультетов. Этот универ на самом деле очень сильно сближает людей. Просто такая энергетика бешеная, так круто. Даже холодно, несмотря на то, что, блин, очень холодно, все равно все горит. Мне очень нравится здесь учиться. Тут вот так классно, это офигенно. Я искренне поздравляю всех с этим чудесным днем, с наступающим Новым годом, чтобы у всех была гармония, чтобы все спокойно сдали сессию, чтобы этот год был для вас спокойным, надежным, добрым. Я очень рада, что я поступила на этот факультет, потому что бешеная атмосфера, и это самый лучший праздник, который есть. Второй этап – презентация в свободной форме. Перед всеми командами стояла задача нестандартно подойти к вопросу оформления новогоднего поздравления. Все факультеты справились с ней на отлично. Новогодние гуляния 2018 посвящены странам мира. Несмотря на холодную погоду, сегодня здесь очень жарко. Предварительно методом жеребьевки команда факультета выбирала себе страну, от имени которой будет выступать. 12 факультетов Таврической академии, 12 стран мира, в числе которых Бразилия, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Италия, Китай, Мадагаскар, Мексика, Турция и Япония. В завершении все команды участников праздника получили памятные подарки, а победители – дипломы. Алена Арцебашева, Николай Шульга, пресс-служба Крымского федерального университета.